Добрый день, дорогие братья и сестры. Я Сергей Лавринов, пастор и епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской России. Вот. Проповедую Евангелие 18 лет. Передаю всем огромный привет моим русскоговорящим братьям и сестрам. Я знаю, как вам нелегко приходится там. И мы передаем отсюда вам огромный привет и нашу поддержку и любовь со Святой Земли, из Иерусалима. Надеюсь вас увидеть всех. И очень хочется, чтобы вы наслаждались общением с Господом Иисусом Христом и наслаждались общением друг с другом. Найдите друг друга через вот этот замечательный сайт, через нашего брата с женой. Пожалуйста, общайтесь, не потеряйтесь в этом секулярном мире, но стройте отношения, любите Бога, ищите друг друга, ищите Господа. Вдохновляю вас, благословляю вас, и у вас все получится в Господе Иисусе Христе. Аминь.